Так, ну что, здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казуко Фэмили. И мы начнем такую классику, как Вольфенштейн 9-го года. Мне он очень понравился, я в него давно играл. В принципе, поэтому, как сказать, попробуем поиграть в Вольфенштейн. Оценить, что как. Так что присаживайтесь поудобнее, не забывайте про лайки, не забывайте ставить колокольчик. Вот, а мы, в принципе, погоним, дружочек. Приятного просмотра. 2 минуты до запуска. Внимание, все по местам. Генерал! Генерал, похоже, на борту шпион. Прикажете отложить запуск ракеты? Что? Шпион! Шпион на борту! Вот он! Открыть огонь! Так просто тебе не уйти. Что у тебя в кармане? Достать! У него бомба! Да. Вот такие мы прям. Штаб Кусо. Это агент Би Джей Блажкович. Разбудите директора. Скажите, что я должен встретиться с ним как можно скорее. Лондон, английское подразделение управления секретных операций, кабинет директора. Агент Блажкович, входите. Вы успешно справились с заданием на Тирпице. Пустили его ко дну. Спасибо. Меня больше волнует найденный медальон. Нас тоже. С ним работают лучшие наши специалисты. Есть результаты? Немного, но есть от чего оттолкнуться. Медальон служил символом загадочной секты, поклонявшейся некоему черному солнцу. Они погибли в результате катаклизма и за столетия о них успели забыть. Несколько десятков лет назад тулийское общество возродило этот символ. В число этих оккультистов входят высокопоставленные нацисты. Из подразделения паранормальных исследований СС. Разумеется, но еще интереснее кристаллы, сокрытые в медальоне. Их можно найти только в одной точке планеты. В немецком городе Айзенштадте. Мы вышли на связь с бойцами сопротивления, кружком Крейсау. Они располагают интересными данными. Генерал Виктор Цетта, восходящая звезда тайного подразделения Гиммлера. Последние несколько недель он проводит операцию в Айзенштадте. Но какую именно, мне неизвестно. Думаете, медальон добыл именно Цетта? Это вам и предстоит узнать, агент Блажкович. Приказ таков – встретиться с бойцами сопротивления в Айзенштадте и прояснить ситуацию. Простите, что передохнуть вам не дали, Биджей, но вы с таким уже сталкивались. Больше посылать некого.
Без проблем. Когда приступать? Немедленно. К путешествию все уже готово. Желаю удачи, агент Блажкович. Спасибо, сэр. Угу. Ну, погнали, чё. Здорово. Агент Блажкович, я из кружка Крейсау. Идемте со мной, здесь вас могут обнаружить. Быстрее, сюда вниз. На другой стороне нас ждут агенты кружка Крейсау. На колени! Где Янки? Я не понимаю, о чем вы говорите. Скажи нам, где он? Я не знаю. Подождите. Нет! Прав ли информатор? Был ли Янки в поезде? Да, но кружок Крейсау опередил нас. Хайпе! Генерал Сета будет в бешенстве. Поэтому мы должны найти американца. Возьмите свое подразделение и обыщите депо. Мое подразделение продолжит поиски здесь. Ясно. Вокзал полностью закрыт. Угу. Агент Блажкович, меня зовут Эрик Энгле. Я член кружка Крейсау. Давайте сразу на «ты». Слушай, у нас мало времени. Нацисты обыскивают станцию. Они откуда-то узнали, что ты здесь. Но мы пока не можем уйти. Сложилась уникальная ситуация. На первой платформе стоит поезд отдела спецопераций, в котором находится экспериментальное оружие. Я слышал, ты хочешь навести здесь шороху. Так хватай оружие со стола из отдела. А когда будешь в городе, сможешь пополнить боеприпасы и достать лучшее оружие на черном рынке. Я отметил его местонахождение на карте. Гуд, друг мой. Теперь идем. Поезд отдела спецопераций нас ждать не будет. Патруль идет. Это здание уже обыскивали? Не знаю. Тогда проверь его. Не показывайся им на глаза. Тихо. Слишком темно. Ничего не вижу. Зайди внутрь и посмотри. Я не знаю. Молодец. Так, стоп, а куда валить-то?
Посмотрим, хорош ли ты подрывник, Биджей. Взорви запертую дверь. Ложись! Сейчас рванет! Такс. Всем подразделениям перекрыть выходы к третьей и четвертым платформам. Янки здесь. Старт. Стреляем во все концентрации. Соблюдайте максимальную. Хороший выстрел. У нас на пути пулемет МГ-42. Уничтожим его. Чудом пронесло. Обходи пулеметное гнездо. Сюда. Мы не сможем пройти, пока пулеметное гнездо не будет уничтожено. Обходи с фланга. Нельзя дать им прижать нас к земле. Мы не сможем пройти, пока пулеметное гнездо не будет уничтожено. Я ранен! Шайка! Чудом пронесло! Так, подожди, а как я тебя сбоку обойду? Шайца! Чудом пронесло! Обходи с фланга! Нельзя дать им прижать нас к земле! Так им и надо! Они идут! Готовь МГ-42! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью МГ-42! Поезд скоро отправится! Молодец! Пошли, пошли! Продолжай! Давай, 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 давай! Продолжай удерживать их! Хороший выстрел! Еще немного времени! Так! Поезд заминирован! В укрытие! Что за... Что, черт подери, было в этом поезде? Поезд задержки, операция уничтожен!
волнуйся, он ранен, но я его вылечу. Встретимся на явке кружка Крейсау. Ее местонахождение есть на твоей карте. Окей. О, что за дьявольщина? Забавно, забавно. А чего? Подожди. Так, а нам сюда или куда? Подожди-ка. Так, а куда нам? Просто валить, что ли, или что? Слева! Отступай! Агент Блажкович, следуйте за мной. На вокзале я встретился с Эриком Энгли из кружка Крейсау. Нацисты каким-то образом узнали о нашей встрече, видимо. В ряды сопротивления затесался Крот. Уходя от преследования, мы уничтожили поезд отдела спецопераций. Он перевозил странные боеприпасы, при взрыве которых пропадала гравитация. Все предметы взмывали к потолку. Без сомнения, все это имеет какое-то отношение к генералу Цетти и тулийскому медальону. Надеюсь, Каролина Беккер сможет рассказать мне больше. Так. Здравствуйте, агент Блажкович. Я из кружка Крейсау. Я покажу вам город. Вот карта исторического центра Айзенштадта. Я отметил на ней самые важные области и буду вносить дополнения по мере необходимости. Окей. Запоминайте все необычное, что увидите по ходу операции, чтобы потом сообщить об этом нам. Пожалуйста, собирайте также все документы, которые найдете. Карты, приказы и чертежи. Торговцы черного рынка работают по всему городу. Я отметил некоторые точки на вашей карте. Там вы сможете купить боеприпасы и улучшить оружие. Вы увидите, что ваш журнал – бесценный инструмент. Почаще заглядывайте в него. Вам наверняка нужно пополнить боезапас после схватки на вокзале. Идемте, я отведу вас к торговцу черного рынка. Он тут недалеко. Потом пойдем к Каролине. Погнали. Так. Ты похож на американца. Видел Стефана и Антона? Они братья и всем тут заправляют. Штефан думает головой, а Антон решает проблемы на улице. Но у них есть общая страсть. Деньги. Учти, мы не преступники, а просто деловые люди. А война – дело выгодное. На одной только еде и лекарствах можно заработать кучу денег. Ха! Надеюсь, эта война никогда не кончится. Отлично сработано, братец. Мне бы не пришло в голову красть оружие из одного поезда, пока наци тушат другой. Слушай, братец, это тот самый Янки, который взорвал поезд. Я видел его в деле. Ты в курсе, что наци назначили награду за твою голову? Но не волнуйся, мы тебя не выдадим. Пока, во всяком случае. Думаешь, ему можно доверять, Антон? Ты только погляди на его горящие глаза. Этот парень пойдет на все ради успеха, прямо как мы. Посмотри вокруг, Янки. Все, что ты видишь, твое, если у тебя хватит денег.
Просто не давай нам повода для недоверия. Штефан, я уверен, что мы с ним подружимся. А если нет, ну, за него назначена награда. Так, подожди-ка. А как мне улучшение-то купить? Не пойму. Так. Ничего не понятно, ладно. Могу предложить сделку. Я даю тебе сведения о нацистах, а ты мне о кружке Крейсау. Я не какой-нибудь деревенский болван. Я знаю, как вы боретесь за победу. Взять тот же проект Манхэттен. О, гляди, он удивлен. Не удивляйся. Что тебе поручили, американец? Убийство? Разведку? А? Ладно, не важно. Что тебе нужно? Так. Улучшить, подожди. Ага. Понятно, бабок у нас нету, да? Тут все стоит по... Ясно, короче. Так, а задание у кого брать? Приходи еще, приноси деньги. Заргут, следуйте за мной. Я отведу вас на явку кружка Крейсау. Вас ждет Каролина. Поздравляю, что она меня ждет. Вперед, агент Блашкович. Идемте на явку кружка Крейсау. Идем. Нельзя терять ни минуты. Что ты делаешь? Следуйте за мной. Я высматривал Цепелин. Что пойдемте, агент Блашкович. Каролина ждет вас. Просто все время летает вокруг. Я ничего не знаю. Пусть так и будет. Теперь пошел отсюда. Каролина, вот она. Это вход на явку кружка Крейсау. Заходите. Сложно Каролина было нас хочет найти. С вами поговорить. Один человек? Хочешь поговорить о наших уязвимых местах? Думаю, Антон и Штефан могут представлять опасность. Братья с черного рынка? Они не будут кусать кормящую руку. Будем надеяться, что нацисты не предложат им более лакомый кусок. Биджей, это Каролина Бейкер. Руководитель кружка Крейсау. Агент Блашкович, кружок Крейсау очень признателен за помощь на вокзале. Но оказать помощь мы не сможем.
Наше дело – освободить Айзенштадт. О, Каролина, ему не понадобится наша помощь. Я видел, как он сражается. Он сильный союзник. Об этом мне судить. Если правда, что твоя цель – генерал Цета, то последний раз мы его видели на археологических раскопках за городом. Охрана там что надо. Мы понятия не имеем, чем там занимаются нацисты. Это пустая трата времени. Тебя расстреляют на месте. Но если ты настаиваешь, я отмечу это место на твоей карте. Так. Погнали, чё? Встретимся с водителем, да? Так. Не сюда. Сюда, да? Постарайся не за мной, агент Блажкович. Я отведу вас к грузовику, едущему к раскопу. 700. Тише. Сюда движется патруль. Блажкович! В атаку! Я тут застрял! Как эти гады меня заметили, а? Здорово, Блажкович! Обходи справа! Все. Если хотите попасть в раскоп, идите за мной. Я под обстрелом! Ну? Осторожно! Укрытие! Целься лучше! Нужно огневое прикрытие! О, бля. Идемте, агент Блажкович, за мной. Да сейчас иду. Не торопись. Так, подожди-ка. Идем. Так. Скорее, грузовик уже отправляется к раскопу. Он за этой дверью. Итак, ты намерен добраться до раскопок, да? Этот грузовик, похоже, везет что-то туда. Проберись внутрь и сиди тихо.
прошу, помогите мне. Нацисты меня расстреляют. Ты уверен, что я не из них? Вы Биджей Блажкович. Я знаю, кто вы и что делаете. А ты кто, парень? Я Сергей Ковлов из «Золотого рассвета». Мы изучаем оккультные науки. Я пытался добыть древний артефакт, но меня схватили. Потом пытали. Я сломался. Я сказал, где тулийский медальон. Тулийский медальон? Это очень ценный артефакт. Он впереди, в одной из комнат. Пожалуйста, Биджей, остановите их. Если Рейх получит медальон, все пропало. Ну ладно, жди здесь, а я пока расчищу дорогу. Спасибо, агент Блажкович. Не благодари. Так. Меня еще кто-то заметил? Так. Откуда? Что за нафиг? Допрос молодого русского пока не принес результатов. Он гораздо сильнее, чем я полагал. Но, похоже, он знает очень многое о раскопках. Возможно, мы даже сможем разгадать тайну кристалла. Я послал за книжником. Когда он прибудет, русский расскажет нам все, что мы захотим узнать. Весело. Atreimus ex omnibus nostri sensibus et sensus videndi. Magna res est vocis. Где этот? Этот. Куила. Забирай амулет нахер, где он? А-на-на-на. Так, а где амулет? Подожди. Так. Вы смогли найти медальон? Да, нашел. Дайте мне. Нацисты на подходе. Нет. Я ничего не знаю о золотом рассвете. Но нацисты! Ну ладно, другого выбора у меня нет. Вот, он защитит нас обоих. Я уже видел похожую штуку. Агент Блажкович, кристалл Нахдзоны, который я вам дал, зарядил тулийский медальон энергией. Активируйте его. Б. И ну и чё? Подожди, а у меня чё, сбросилось управление, что ли? Подожди, я... вроде как. Давай N напишем, подожди. Теперь вы в тени, отделяющей наше измерение от черного солнца.
Внутри тени вы движетесь быстрее и можете видеть уязвимые места противников. Чтобы покинуть тень еще раз, воспользуйтесь медальоном. Вы можете входить в тень и выходить из нее в любой момент. Но у вас ограниченный запас энергии, так что используйте ее с умом. Теперь снова войдите в тень и ищите светящееся пятно. Это энергия черного солнца. Войдите в сгусток энергии и перезарядите медальон. Окей. Когда вы находитесь в тени, берегитесь существ, называемых призраки. Некоторые из них могут разозлиться и напасть на вас. За моей спиной проход, закрытый теневой дверью, преградой, которой не существует в тени. Нацисты научились создавать такие преграды, но их можно распознать по древнему символу. Идите по этому проходу и найдите кристалл Нахдзоне, спрятанный в храме. С его помощью вы сможете использовать медальон как оружие. Дополнительные кристаллы дадут вам новые возможности. Я рассказываю вам все это, потому что слышал, как нацисты говорили о древнем портале, который им удалось раскопать. Вы должны остановить их с помощью медальона. Встретимся на явке золотого рассвета в Айзенштадте. Ее местонахождение отмечено на вашей карте. Удачи вам, агент Блажкович. Окей. Так. Угу. Ага, вот это как работает. Ищи укрытие. Так. А что в этом проходе? Секретка? Фолиант силы? Интересно. Так. Ладненько. Где это черт? Что за фигня? Кого взять? Золото? Так, подожди, оно типа... А, во как. Погнали. Такс. Ага. Ну и а вот как. Такс.
Оу. Оу. А дальше-то куда? Ничего не понятно. А, понятно. Оу, серьезно? Ну ладно. Тут тупики везде, что ли, да? Походу. Заминировать портал. А, чего? Бежать. Окей, бежим, бежим. Погнали. Да ё-моё, ну умри же ты, а. Ёпараси ты. Ёпарасете. Куда валить-то? По рекомендации кружка Крейсау,
Я отправился искать генерала Цетту на археологических раскопках. Там я освободил пленника по имени Сергей Ковлов, агента организации «Золотой рассвет». Сергей помог мне найти медальон, подобный тому, который я взял на Тирпице. Кроме того, я обнаружил полуразобранный каменный портал, который, собственно, и является объектом раскопок. Не знаю, в чем тут суть, но, похоже, он очень важен для Цетты, а значит и для меня. Так. Ага, улучшение. Биджей, ты жив. Скорее назад. Ты должен все рассказать Каролине. Эй, ты там. Выходи, ты окружен. В атаку! Ни хрена вас сколько там. Так, подожди, а где Малин? Тут ничего нету интересного. Опа. Вы с черного рынка? Прошу вас, скажите Антону, что я заплачу. Он получит все, что ему причитается, клянусь. Мне же нужно было купить еды. Я умирал с голоду. Ясно. Ладно. Все в этом мире делают ошибки. Так. Это шпион! Наступай! Укрытие! Что это за люк? На консервном заводе. О, 2300. Так. Данные. Данные для себя хорошо. Что за звук? Какой-то был звук, да? Да уж. Ага. Это получается такая территория здоровая, да? Куратор операции. Какой операции? Золотого рассвета. А это где? Это
Подожди, где этот хрен? Оу. Нифига себе. Мамосики. Так, стоп, это получается исторический Восток. А Каролине, подожди, а Сергей, что Сергей нам даст? Так. Тут много побочных миссий. Янки здесь! Ищи укрытие! Фиона не видели? Найн! Не дайте я... Видели его? Осторожно! Сюда! Да сколько вас, блядь? Вперед! Нужно огневое прикрытие! Вперед! Вперед! Да ёпара, сэр! С этой мышкой вообще невозможно будет играть нормально. Где этот, блядь, люк? Ниже, ниже. Я уже не знаю, куда валить ниже. Чего? Должно быть, вы агент Блажкович. Наслышаны. С моей стороны было очень безрассудно давать кристалл Нахдзона незнакомому американцу. Я это прекрасно понимаю, но мне кажется, что он наша единственная надежда. А, ладно. Ты еще молод, что с тебя взять? А я мог бы предположить, что ты так поступишь. Здорово, хрен собачий. Итак, вы агент Блажкович. Я Леонид Александров, глава Золотого Рассвета. Времени у нас мало, поэтому слушайте внимательно. Мы приехали в Айзенштадт, потому что нацисты нашли здесь кристаллы Нахдзоны. Они связались с силой природы, которой не понимают. Вы отказались отдать нам тулийский медальон, но сейчас разговор не об этом. Я вижу, что вы опытный боец, и хотел бы попросить вас о помощи. Недавно отряд наших братьев отправился на разведку. С тех пор они ни разу не выходили на связь, но моему агенту удалось узнать, что с ними произошло. Найдите его в пивной Вороново гнездо. Я отметил ее на вашей карте. Отправляйтесь туда прямо сейчас, агент Блажкович. И никому не говорите о наших делах, даже союзникам. Держите рот на замке. Ясно. Так. Сергей уверен, что выжил только благодаря американцу, который нашел тулийский медальон. Этому американцу он и отдал кристалл. Итак, сила тени в руках Янки. Это плохо. Мы ничего не можем сделать. Пока.
Так, хорошо. А где нам тогда чем-то закупаться? Найдите и поговорите с агентом Золотого Рассвета. Поговорите с Каролиной. Так. Да прибудет с вами удача. Это Запад, исторический центр, да? То есть мы задание какое-то уже взяли, да? А, такого сохранения вообще нету, да, получается? Подожди, а точка... Пивнуха, что ли? Серьезно, уже пивнуха? Или нет? А, нет, это какой-то исторический забот. Миссия уже тоже исторический центр Восток. А, и тут можно закупиться, да? Ясненько, ладно. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Мы отсюда начнем, наверное. Вот это сохранение. Вот, а всем спасибо за внимание. Я надеюсь, Вольфенштейн вам понравился. Всем до скорого. Не забывайте про лайки, про репосты. А с вами был Казуков Эмали. Всем удачи, всем пока-пока.